Друзья, проверим в этом видосе одну мою маленькую теорию, да, насколько эффективно поочередное ведение огня с титана, в данном случае с минуса БК, будем стрелять поочередно с дробашей, да, на бета-слоты. Сейчас немного посражаемся, выведем, собственно, минуса и посмотрим. Потому что за счет каких-то рывочков бывает, да, когда полновесно стреляешь, гашетку жмешь, бахаешь с титана, бывает, некоторые выстрелы проходят мимо. То есть теряешь, соответственно, минус выстрел, да, теряешь, соответственно, минус боекомплект. Он расходуется. И достаточно длительная дозарядка у дробашей титановских. А если вести поочередно, то количество промахов, я считаю, будет меньше, и эффективность попадания по цели будет больше. То есть общий ДПС, мне кажется, вырастет при поочередном ведении огня с титана. Ну, сейчас к этому придем. Ты смотри, какой скорпион, а? Напал на моего карнажика. Да-да, те, кто не в курсе, что это за робот, это карнаж. Отличный робот Кусака, просто доставало на больших картах, на трибушетах он бегал. Просто всех доставал в 2015 году. Способа ускорения отключена. Все пожертвовано ради увеличения урона и количества ХП. Робот сейчас, конечно, не актуален абсолютно в Лиге Чемпионов. Это геймплей по фану. Обзор карнажа, несколько боев можете найти на канале для иностранцев Warzone Robots. Они, кстати, с удовольствием смотрят старых мехов, им очень нравится. И там нет никаких говнокомментариев, там нормальные ребята, которые с уважением относятся к творчеству и понимают, что видос делать любой, это занимает большое количество времени. То есть они там не капризничают, не кочевряжутся, попку не морщат. В общем, они там позитивные ребята. Вот, советую многим из вас у них пример брать с точки зрения позитива, да, что... Так, сейчас попробую прорваться, вот этот обзорчик еще будет, я называю такую сборочку, друзья, антишел. Классная сборка. Ну, противостоять уже вот одновременно, скажем так, трем шеллам тяжело, с двумя можно попадаться. Одного точно завалите на такой сборке, да, второго, так скажем, до ласта и все, этой сборке хана. Ну, все зависит еще от удачи, да, насколько все как повернется. Бою. Можно, в принципе, и двух шеллов завалить с этой сборки. Так, что-то как-то у меня здесь рандом по маякам грустит. Грустит, да? Надо сейчас всю эту команду красную взбодрить, чтобы это взбодрило мой рандом. Да, личным боевым примером нужно вести рандом за собой. Особенно, если рандом грустит. Как-то очень опрометчиво себя повел этот соловей Найтингейл. Найтингейл, будь со мной подобрее. Так, надо посмотреть, что делают красные. Ух ты, ничего себе, наш минк над рекой, растопырив крылья, парит над водой. Так, шухер, шухер. Однако, и бодрые ребята. Это опять французы, но, по-моему, в этот раз французы Айоса. Ну, меня отлично знают французы уже и Android. И французы Айоса. И они меня очень любят, и я их тоже. У нас взаимный респект и жесткие схватки, на самом деле. Всегда говорю, не сливайтесь. Видите фулку, не сливайтесь, поделитесь, но получите за бой там немножко там серебра, ключей. У вас же нет, как в World of Tanks, ремонт за потерянные роботы, поврежденные. Это World of Tanks на 10-х уровнях играешь и уходишь в минус по серебру. Да-да, там есть такая байда. Поэтому я пока не делаю обзоры на эту игру. Что это для меня странно. Отдаю я своего бочонка. Потому что пытаюсь сюда отвлечь, чтобы мои титаны доползли и заняли оборону на мосту. Союзные братишки сейчас доползут туда. Пока я здесь развлекаю красных ребят личным присутствием. Я их здесь, значит, бодро развлекаю.
И вот сейчас союзники включились, да, когда у нас времени осталось 40% по шкале, да, времени по маякам. Я тут еще пытаюсь пыжиться, меня прикрывают. И вот сейчас самое время бычка выводить. Куда он пошел-то? Спиной ко мне повернулся. Я здесь. Просто, просто прикольный малый. Так, ну и все. С этим парнем я не справлюсь. Тем более уже на лысой бочке. Лысая голая бочка. Но очень быстро, посмотрите, эффект накладывается с огнеметов. Вот мне нравится, что он подавляет, и стан, очень быстро накладывается эффект. Супрессор локдаун. Но урон, конечно, наносят они небольшой. Скажем так, неплохой урон, но он долговременный, да, что нужно долго жарить, стоять струей огнемета, поливать цель. Это, конечно, время уходит без вопросов. Вот неплохо удалось, в принципе, подточить немножко, да? Бочонок термит подточил немножко дерево Артура. Так, все, давайте пробуем. Тематика этого обзора. Вот поочередная стрельба сейчас у нас будет. Отбросим отсюда соловья. Он, значит, бодро пощемился на другой маяк. Мы за ним, и пойду я поверху, чтобы взять дальний правофланговый. Не стоит недооценивать этих красных. Они нас прижали по маякам. За счет моих усилий удалось маяки сейчас выровнять. Это не показатель, потому что рандом у меня здесь достаточно медлительный, да, по тактическому соображению. Думаю, сейчас красные начнут маяки отжимать, надо быстренько мне ситуацию сохранить. Я иду в контратаку. И вот смотрите, пошла поочередная стрельба. Количество промахов, соответственно, будет минимально, чем бахать постоянно. Расход боекомплекта более контролируемый получается. Вот он сейчас два раза дернулся, у меня по два выстрела мимо прошло. Но по одному я точно попал. Мне кажется, отработал эффективно. Сейчас продолжим в том же духе. Главное быстро нажать, да, левый, верхний, правый. И все, и дальше всю кнопку давишь, а он долбит поочередно. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, накидываешь не одновременно как бы. Вот я бью одновременно. Бывает, когда приходится активно бегать и стрелять, промахи. Ну, вам решать, я лишь пытаюсь выяснить, что более для вас эффективно, что нет, а вы уже решите, как вам играть. Мое дело показать, что я нарыл, да, что мне понравилось. Я считаю, что здесь более точная стрельба получается, и на круг эффективность выше, поочередная долбежка именно с дробашей. Пулеметов, понятно, так не постреляешь. Это именно для дробашей. Подобную технику я когда-то применял, кстати, на Раване, тоже достаточно эффективно. В особенности, если рядом приходится бодаться с быстрыми мехами, которые бегают кругами вокруг Равана, да, Блиц, Фантом. Поочередная стрельба приносила свои плоды. Периодически я это делаю сейчас на акустиках, тоже на Раване и на подобных сборках. Я считаю, достаточно неплохо удалось пройти круг на минусе. Каточку мы затащили. Надеюсь, вам этот фрагмент эпизода поочередной стрельбы был полезен. Мы с вами увидимся в новых стримах, обзорах. Всех обнял, друзья. Желаю здоровья вам и близким. Увидимся. Хорошего всем, замечательного просто настроения.